Чё это за пак? Ёбаный! Это мой лучший пик за всю историю Weekend League. Реально, FIFA сломалась. Я не верю, что это со мной происходит. Всем привет, ребята! С вами я, элитный киберспортсмен PandaFX. В этой Weekend League я умудрился сделать 27 побед. Ну как это так? Да все изи. Своими руками и с помощью геймпада. Все довольно-таки просто. Я не часто делаю такой крутой результат в элочке, поэтому... Будет интересно открыть паки и посмотреть, чем же меня наградят eSports. Это самые мощные пики за всю историю Weekend League. Посмотрим, можно ли за элиту один вытащить что-то годное. Конечно же, блять, нельзя. Санти Касорла 86, он у меня уже имеется. Какая-то дресня и аухан. Ну, ребята, тут только, наверное, мину брать. Первый пик пока что меня совсем не порадовал. Третий пик с конца. Опять Санти Касорла, Фермино Роберто! А вот это прекрасно! Ни хрена себе, это мой лучший пик за всю историю Weekend League. Это самый дорогой игрок в текущей команде недели. Стоит он 370 тысяч. Да, я по факту поймал лучшего игрока команды недели. Роберто Фермино. Не зря я потел все это время. И первая карточка сначала. Открываем. Мне Санти Касорла упал в трех пиках. Максим, вроде пятизвездочный парень, но он мне нахер не всрался. Капуто, 84 рейтинг, статы довольно-таки неплохие, возьму именно его. Ну что, ребята, я вам могу сказать, пиками я абсолютно доволен. Это самая лучшая Weekend League по дропу, как я считаю, пока что из красных пиков, если брать. Не знаю, что там будет с пакцами, давайте посмотрим. Но перед этим заберем Division Rivals. Тут как бы рейтинг один тоже, ну, понимаете, я же мастер киберспорта. Так, замедлялочка имеется. Walkout! Walkout! Это, я вам напоминаю, Division Rivals for... Хотя мне не нужен БП, я просто на секундочку подумал БП, а он у меня уже есть антрейдабл, поэтому хорошо, что это не БП. Это Бензема. В общем-то, вот эти вот два пака я, скорее всего, засейвлю. Три игрока из команды недели. Я думаю, команда недели будет поинтереснее в следующий раз. Поэтому откроем сейчас два пака по 100 тысяч монет. Полетели. Первый пак за сотку. Повезет ли мне так, как повезло... пиках. Замедление есть. Волкаут есть. Волкаут есть. Давайте. Кто? Немец. Вряд ли это что-то хорошее будет. Цапник. Мюллер. Блин, ну хотя бы Ройса дали бы. Воу. Нормальный пак такой. Два информа. Это уже как минимум 20 тысяч, которые можно квикнуть. Мюллер, Филипп Андерсон, Виска. Я вам говорю, ребята, дроп получше пошел после того, как я перестал открывать паки. Ну и последний пак за 100 тысяч. Может быть, Future Stars. Или может быть, иконы. Это информ. Это информ, это Франция, кто там, голкипер, наверное, блять. Он мне два раза подряд выпал, два раза подряд. А, йоу, это Льюрис, 89, что происходит? Вот это дроп, ребята, сыпят и сыпят. Не жалеют яшники. Я уверен был, что это Манда, это Льюрис. Здравствуйте, мне упали лучшие игроки из текущей команды недели. За что такая щедрость от eSports? Я не понимаю. Еще Азар, Решвард, Вернер. Чё это за пак? Ёбаный! Чё происходит, ребята? Я поражаюсь. Яшники опять мне сыпят. Реально, я не знаю, с чем это связано. Может, действительно связано с тем, что я давно не открывал паки. И вот такой дроп пошел. Вспомните один из последних выпусков, где мне просто нереально сыпало. Тут, посмотрите, сколько рейтинга, 84, 83. Я в глаза таких паков никогда не видел. Что происходит? Либо они меня пытаются задобрить, либо у них какой-то сбой системы произошел. Реально, посмотрите просто на этот пак. А вот это вот, наверное, я зря делаю. Я доначу деньги. Мне кажется, яшники только что добились своего. Да, я немного не выдержал и решил сдонатить на два пака по 100 тысяч еще. Но я подумал, раз такая пляска идет, возможно, везение продолжится. Опять информ. Блять, чё это? Я думал, что это Фермино, но нет, это Тейлиш. Еще один пак за 100 тысяч. 87 рейтинг. Мне просто в каждом паке падает какой-то топчик. 117 тысяч! Чё это, блядь? Ребята, это какая-то нереальная херня. Реально, FIFA сломалась. Я не верю, что это со мной происходит. Во, ребята, я совсем же забыл про этого рыжего красавчика. Я его специально держал в клубе, ждал, что он подорожает. На тот момент он стоил вроде как около 200 тысяч монет, что-то такое. Но сейчас он уже до 300 возрос. Я вот думаю, сейчас его продать или оставить его, ждать, пока он еще подорожает. Напишите свое мнение в комментариях. Может, меня смотрят какие-то трейд-мастера. А если ты, дружище, хочешь собрать крутой составчик или же просто открыть паки, прямая дорога на мой сайт с продажей монет PandaCoin. Ссылка будет в описании. Вот тут у нас волкауты и закончились. Это Иньеста.
Кстати, я сейчас увидел Несту и вспомнил про одного японца, которого совсем недавно собрал. Да, я, конечно, мог взять Эль Шарави, там 5 звезд, все дела, но в этой фифе я решил, что буду коллекционировать японцев. Также я себе собрал Шоя Накаджиму. 4 на слабой, 4 на финтах, статы великолепные. Ловкость дриблинг 98. Это круче, чем и у Лео Месси, мне кажется. Также взгляните на эту пару центральных защитников. Я думаю, что все помните, как я самураями залетал в Викинг-лигу, там я немножко обосрался, так скажем. Но сейчас они вернулись в апгрейднутом виде, поэтому если вам интересна вся эта движуха, дайте мне об этом знать своими лайками и комментариями. Тогда я обязательно сделаю вторую часть, ибо состав уже выглядит не так дерьмово, поэтому все возможно. Ребята, абсолютно все намекает, чтобы я вернулся с самураями в Викинг-лигу, потому что именно в этот день вечером ИАшники выкатывают очередного японца. Куба. Реально, я смотрю на все эти статы и думаю, охренеть, это что вообще за монстр? Штрафные 99, выносливость 95, ловкость, баланс, чем кормят этих японцев? Ну и давайте не будем томить, откроем последний пак за 100 тысяч монет. Я, в принципе, уже получил все, что хотел. Я не буду расстроен, если мне тут ничего ИАшники не подгонят. Бразилия, ЛП... Филипп Андерсон. Все, на этом моя удача закончилась. Ну что, ребята, такая вот Викинг-лига у меня получилась. 27 побед, награды достойные. Это один из лучших покупингов за последнее время. Столько волкаутов, столько классного дропа. Если вам понравился этот видик, обязательно поддержите его лайками. С вами был я, Панда FX. И спасибо всем за просмотр. Пока.